Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала! Сегодня в очередной раз готовим на мангале, но речь сегодня вообще не пойдет не об этом, а в очередной раз хочу пригласить именно вас в свою группу самодельщиков. Вот, поэтому добавляйтесь, ссылочка в описании. Общение идет в режиме реального времени. Часовые пояса абсолютно разные. Поэтому кто-то уже спит, кто-то еще общается, кто-то проснулся, кто-то к чему-то, кому-то и так далее и тому подобное. В общем, как говорится, в группе много самодельщиков, у кого есть свои каналы. Именно свои каналы. И уже там народу тьма тьмущая. Поэтому им я разрешаю этот видос скопировать и залить себе на канал, дабы пригласить своих подписчиков в группу для общения. То есть именно с вами, пускай подписчики общаются именно с вами, а мы поддержим разговор. Никаких проблем я в этом не вижу абсолютно. Вот. Мы находимся в Telegram. Никаких WhatsApp, никаких Viber. Это все отстой, отстой. Это чистый отстой. Так что только Telegram. Во-первых, шифрование, во-вторых, конфиденциальность. Можете скрыть свой номер телефона, прийти и увидеть весь чат с момента создания группы. Еще можете прочитать все сообщения, начиная с прошлого года, когда мы пришли, да, 1 сентября. Да, дети пошли учиться в школу, мы пришли в Telegram. Вот, поэтому все сообщения будут доступны. В отличие от других мессенджеров. Ну, и так далее, и тому подобное. В общем, добро пожаловать, не стесняйтесь. Приходя, не забывайте здороваться. Вот. Молчунов мы удаляем потихоньку. Всех, кто молчит. Ну, а те, кто посообразительнее, сами уходят. В общем, мужики, размещайте этот видос у себя на каналах. Если вы не видите мангала, значит, мы в гараже. Как попасть в гараж? Просто говорите: мужики, я хочу в гараж. Все. И вас добавляют. Это отдельная группа. Там абсолютно темы разнейшие. И жизнь кипит каждый день. Видосы, общение и так далее и тому подобное. Самоделки самоделками, но они не каждый день. Вот, как-то так. В общем, всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся.